Кажись бы им и не подстать, да ведь нельзя ж от всех отстать. Нельзя же, нельзя же, нельзя же, нельзя же. Андрей с 7 лет занимается вокалом. Музыка в его жизни играет огромную роль. Узнав о концерте «Зимний путь» прекрасной Мельничихи в городской библиотеке номер 1, просто не смог остаться в стороне. Ведь музыкальный вечер посвящен великому австрийскому композитору Францу Шуберту. Юный вокалист исполнил песню «В путь». Песня говорит о том, что мельник всегда должен быть в движении, в какой-то активности, чтобы, так сказать, работа приносила доход, деньги. Ну и, собственно, то, что получают мельники за свою работу. Воспитанники и педагоги Одинцовской детской музыкальной школы блистали на сцене. Творчество Шуберта дарит особые эмоции, заставляет задуматься о самом важном, говорят участники вечера. Я считаю, что такой концерт – это просто глоток свежего воздуха, потому что мы сейчас озабочены своими проблемами, своими бытовыми какими-то трудностями. А этот концерт и творчество Шуберта, оно возвышает нас над нашей вот суровой действительностью. И я просто счастлива. Слушатели – ученики 6-х классов Одинцовских школ. Ребята буквально погрузились в мир творчества австрийского композитора. Услышали самые известные произведения в исполнении сверстников. Название концерта «Зимний путь прекрасной Мельничихи» – оригинальная задумка организаторов. Вообще мы назвали сегодняшний вечер «Зимний путь прекрасной Мельничихи», но это такая составляющая из двух названий циклов вокальных Шуберта. Вот, «Прекрасная Мельничиха» и «Зимний путь». Вот. Такой, как бы, такая шутка небольшая, музыкальная. В Одинцовской библиотеке номер 1 творческие и познавательные вечера проводятся регулярно. Сюда приходят те, кто стремится повысить свой культурный уровень, узнать что-то новое и интересное. И самыми желанными гостями становятся школьники. Юному поколению здесь рады всегда. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».